Что сильнее всего мешает транспорту России и Украины на фронте? Нет, не грязь, хотя она тоже доставляет массу проблем. Главный враг логистики – FPV-дроны. Сейчас снабжение обеих армий, особенно российской, опирается на гражданские машины. На пикапах и буханках возят все и всех, начиная от снарядов и еды, заканчивая штурмовыми группами, ранеными и погибшими. Атаковать даже одиночные грузовики артиллерии РСЗО еще более-менее выгодно. А вот гоняться за каждой буханкой уже нет. Для этого отлично подходят дешевые FPV-дроны. Даже не уничтожая машины до конца, они окупают себя. Растет количество операторов и беспилотников на линии фронта, поэтому буквально каждая машина становится мишенью. Для большего поражающего эффекта на FPV-дроны начинают крепить фугасные и осколочные боеприпасы. Они работают эффективнее кумулятивных выстрелов от РПГ, которые иногда прошивают машины насквозь без критических повреждений.